Журнал, который и мы, и вы очень долго ждали. В преддверии весны к нам пришел лукбук от Лана Гросса номер 16. Это первый журнал весеннего сезона, где уже очень много теплых, почти летних моделей. Давайте смотреть обзор и вдохновляться. Приступим к обзору. Как и все журналы Лана Гросса, лукбук номер 16 имеет описание на русском языке, где все очень понятно и доступно даже новичку. Первая модель, которую мы видим в этом журнале, это сочетание гладкой пряжи и мохера. Любимое нами сочетание. Я предлагаю связать такой кардиган из пряжи носочной, плюс в подмод использовать silk hair, мохер от Лана Гросса. Носочная пряжа у меня в руках — это Cool Wool for Socks, также от бренда Лана Гросса. На такой кардиган среднего размера вам понадобится 3 мотка носочки и 6 мотков мохера. Стоимость его составит 11 520 рублей. Ну и, конечно, вы можете связать его в молочном цвете, как представлено в оригинале, а также собрать любое другое яркое сочетание. Далее мы видим знакомую уже нам пряжу. Это пряжа Белла, но в этом сезоне дизайнеры Лана Гросса решили использовать Беллу в сетчатых узорах. Посмотрите, какая базовая простая футболка, но за счет фактурной пряжи, за счет меланжа, который есть у этой пряжи, и узора сетки, получается очень красивый воздушный эффект. Пряжа эта у нас в достаточно богатой палитре, здесь много оттенков. Можно выбрать такой же, как используется в оригинале в журнале, либо любой другой, более яркий, например, вот такой лаймовый, или более спокойный, молочный. На такую футболку вам понадобится от 3 мотков пряжи Белла, и ее стоимость составит 2295 рублей. Ну, а это модель, которая покорила нас всех. Необычное сочетание, казалось бы, два тонких пушистика. Здесь используется пряжа Белла и пряжа Silk Hair, мохер. Когда мы совмещаем эту пряжу, получается вот такой нежный эффект. Легкий меланж, при этом легкая дымка. Невероятно красивое воздушное изделие. Здесь это комплект двойка, базовая футболка, связанная интересным узором сотами. И кардиган точно такой же вязки, составляют единый комплект. При этом, конечно, можно носить их и по отдельности. На весь комплект вам понадобится 7 мотков пряжи Белла и 9 мотков мохера. Стоимость такого комплекта составит 16 875 рублей. Далее мы переходим к более летней пряже. И здесь посмотрите, какой интересный женственный кардиган, немного напоминающий по силуэту кимоно, с использованием пуговиц в качестве застежек, приталенный. Здесь у нас резинка по талии, которая повторяется в планке и по низу изделия и рукавов. Пряжа, которая здесь использована, это новинка этого сезона от Лана Гросса, пряжа Ричо. Вот такой вот буклированный, объемный хлопок. Она невероятно мягкая по ощущениям. Мы уже повязали из этой пряжи. Вяжется она легко и комфортно на спицах в районе пятерки. Полотно получается не дырявое, однородное, очень нежное. Действительно, это идеальная пряжа для предстоящего теплого сезона. И такой кардиган вы можете связать из именно этого оттенка, как в журнале номер 4. Стоимость такого кардигана составит 8950 рублей. Это 10 моточков пряжи Ричо. Следующая модель, опять же, связана из пряжи Ричо. Можно сказать, что этот артикул
центральный в журнале Lookbook номер 16. Очень много из него моделей, совершенно разных по фасону, по фактуре, но пряжа действительно универсальна и здорово ложится в разные виды полотна. Здесь мы видим лицевую гладь, но при этом акцентными деталями являются геометрические линии, которые задают необычный рисунок этой базовой модели. Можно связать, например, из серого жемчужного цвета. Это цвет номер 2 Articula Riccio. Прекрасно подойдет он для такой базовой модели. И понадобится вам 8 мотков. По стоимости такой джемпер составит 7160 рублей. Далее опять возвращаемся к нашему любимому сочетанию гладкой пряжи с подмотом из пушистика. В данном случае это опять же silk hair. И посмотрите, какие яркие джемперы можно связать из этой пряжи. Здесь мы видим нежный лаймовый и яркий оранжевый оттенок. Я подобрала для вас варианты сочетаний. Если хочется прям неонового яркого цвета, то можно выбрать пряжу Lana Grossa. Это носочная пряжа, как раз подходящая по толщине под оригинал, из которого связана модель в журнале. Плюс пряжа Silk Hair, которая прекрасно подойдет сюда в подмод. Вам понадобится на средний размер 42-44 5 моточков носочной пряжи Lana Grossa Merlin White и 5 мотков пряжи Silk Hair. Для того, чтобы связать оранжевый вариант такого джемпера, можно выбрать носочную пряжу Merlin White Кашемир и в подмод к ней использовать яркий морковный, очень красивый и нежный мохер. Стоимость такого джемпера составит в первом случае 8825 рублей, а оранжевый вариант 10225 рублей. А здесь мы видим один из излюбленных нами, и не только нами, приемов, когда тонкая пушистая ниточка берется в два сложения и вяжутся вот такие объемные, теплые, но при этом очень легкие вещи. Посмотрите, какой интересный кардиган, тоже в восточном стиле, как будто кимоно напоминает, с широкими женственными очень рукавами и завязкой, подчеркивающей талию. Можно использовать любую пряжу Silk Hair, выбирайте цвет, который вам понравится, либо также можно использовать мохер на шелке от Lanagata, например, Silk Mohair. Любую задумку поддержит этот кардиган, он будет прекрасен как в ярких оттенках, так и в базовых. На такой кардиган вам понадобится 10 мотков мохера. Если вы используете пряжу Silk Hair, то стоимость такого кардигана будет 12 800 рублей. А дальше не обходится без цветовых сочетаний. Здесь в этом кардигане использована пряжа Silk Hair. Я же вам хочу предложить связать такой кардиган из одного из моих самых любимых артикулов. Это пряжа Satasuri. У нее невероятно богатая палитра, при этом пряжа нежнейшая, мягчайшая, на шелковой основе. Здесь альпака и шелк, ничего лишнего. Смотрите, какое сочетание я для вас собрала. Вся эта пряжа есть у нас в наличии, и из нее можно связать вот такую потрясающую вещь, которая будет вам верным помощником и весной, и прохладным летним вечером. На такой кардиган вам понадобится 17 мотков пряжи Satasuri, и стоимость его составит 17 425 рублей.
Вновь возвращаемся к Белле, и здесь тоже видим объемный воздушный рисунок, который придает этой модели женственность. Ее можно использовать как дополнение, как жилет, да, надевать на рубашку, на футболку, либо можно просто надеть майку, и она будет выглядеть как полноценная футболка. На такую футболку вам понадобится 4 мотка пряжи Белла, и стоимость ее составит 3060 рублей. А далее от объемных мы переходим к базовым вещам, которые подчеркивают женственный силуэт. И здесь использована пряжа Альтамода Каталана. Это уже любимый нами артикул, сочетающий в себе хлопок пима и мериносовую шерсть. Невероятно мягкий и здорово подходящий для демисезонных изделий. И вернемся к Ричио. Посмотрите, какая интересная модель футболки, связанная крючком, опять же с использованием узора сеткой, но при этом уже в сочетании нескольких цветов. Здесь базовый белый цвет дополняется несколькими оттенками яркими. Вы можете сделать любое другое сочетание, не обязательно выбирать яркие цвета, можно собрать более спокойные пастельные тона, и тогда у вас будет базовая женственная футболка. В любом случае, какой бы цвет вы ни выбрали, эта модель прекрасно подойдет для предстоящего теплого сезона. На такую футболку вам понадобится 3 мотка основного цвета и по мотку каждого из дополнительных цветов, всего их здесь 4. В общей сложности 7 мотков, и стоимость этой футболки составит 6265 рублей. Продолжаем вязать из Ричио, вдохновляться различными силуэтами и моделями. Здесь такой женственный, нежный топ на застежках пуговицами. Связан тоже из пряжи Ричио, хлопковый, легкий, прекрасно подходящий для теплого времени года. Но вы можете надевать его, например, на рубашку, блузку, футболку, и тогда он будет выглядеть как жилет и тоже будет смотреться очень стильно. И опять любимое сочетание основной пряжи с мохером. Мы видим кардиган совершенно базового классического кроя, где спущенный рукав сочетается с ровным шалевым воротником. Здесь вот можно посмотреть, насколько широкая планка у данной модели. Это просто, это эффектно, при этом очень женственно. И, конечно же, это базовая модель, которая дополнит любой летний и не только летний гардероб. Ну а эту модель я уже добавила в свою копилочку. Мне очень понравилось, как узор сеткой смотрится в пряже Ричио. Смотрите, как воздушно, объемно и при этом не тяжело выглядит такое изделие. На этот джемпер вам понадобится всего лишь 8 мотков, всего лишь 400 граммов пряжи, то есть он будет достаточно легким, но при этом полноценное плечевое изделие, здорово будет смотреться в сочетании с джинсами, с юбками, с классическими брюками. Ну или вы можете придумать для него совершенно необычное свое применение. Для такой модели понадобится, как я уже говорила, 8 мотков пряжи Ричио, и стоимость этой модели составит 7160 рублей. Здесь, конечно же, в этой модели самое главное — это цвет. Можно использовать пряжу Белла как подмод,
и расцветить ей любую однотонную пряжу для того, чтобы получить легкий меланжевый эффект и при этом сделать ниточку более нежной, более воздушной, но не сильно пушистой. Легкий-легкий короткий пушочек добавит вашему полотну как раз вот той самой нежности, увеличит размер спиц. Здесь можно выбрать гораздо более крупные спицы, чем если бы вы вязали из тонкой пряжи. Замечательная базовая футболка. Вяжите, собирайте свои сочетания. Ну и как же без кардигана на пуговицах? Опять же, с использованием пушистой тонкой пряжи в два сложения. Здесь использована пряжа Silk Hair, которую я уже сегодня неоднократно показывала. Любимчик дизайнера Лана Гросса. Ваш любимчик тоже. Это невероятно нежный, высоковорсовый мохер. Когда вы вяжете его в две ниточки, получается очень объемное, легкое и красивое полотно. На такой кардиган вам понадобится 11 мотков пряжи Silk Hair, и его стоимость 14 080 рублей. И добавим ярких летних красок. Начинается здесь серия изделий из пряжи Cottonella. Эту пряжу мы ждем, она должна скоро прийти к нам, и мы сможем вам показать, как это выглядит вживую в моточках. А пока наслаждайтесь изделиями, которые подготовили для вас дизайнеры Лана Гросса. Смотрите, какие красивые переходы от пастельных оттенков к ярким, радужным, сочным, насыщенным цветам. Здесь мы снова видим простую, совсем простую модель, изюминкой которой, конечно же, является цвет. Ее можно связать из пряжи Cottonella, а можно, например, выбрать что-то более теплое, если носить этот топ как жилет. Можно взять секционную носочную пряжу и связать такую простую модель как раз из нее на более прохладный сезон. Опять Silk Hair, опять в две нити, простой, но при этом очень эффектный силуэт. Использованы здесь такие детали, как высокие разрезы для того, чтобы обеспечить свободу при ходьбе. Ну и, конечно же, модель эта подойдет для демисезона и для прохладного лета. А здесь другой вариант расцветки пряжи Cottonella. Посмотрите, как красиво ложатся здесь переходы от персиковых к холодным тонам. Невероятно красивая расцветка. Очень хочется посмотреть ее вживую. Ну и, конечно, скоро мы ее ждем. Она к нам придет. Модель с обложки. Здесь необычное сочетание линий реглана и при этом вот здесь спущена дорожка из изнаночных петель, как будто бы подчеркивающая плечо. Здесь совершенно не подобраны цвета для того, чтобы сделать полочки симметричными. Это дизайнерский ход, чтобы показать красивые переходы цветов в этой пряже и полностью их отразить в передней части изделия. Мы видим, как здорово меняются цвета, и на одной полочке это одна смена, а на другой совершенно другая. Дополняется образ воздушными, объемными рукавами. Это очень женственно и всегда невероятно красиво смотрится в изделиях. А здесь в кардигане использована уже знакомая нам пряжа Alta Moda Catalana. Она потрясающе красиво выглядит в резинках. Прелесть этой пряжи в том, что она не тяжелая.
такое плетение, как цепочка, позволяет вязать объемные вещи, при этом не утяжеляя их. На этот кардиган вам понадобится 11 мотков пряжи Альтамода Каталана, то есть это 550 граммов на большую вещь, связанную объемной резинкой. Это совсем-совсем немного. Если бы мы использовали пряжу классической крутки, кардиган был бы гораздо более тяжелым. А так он как раз замечательно дополнит весенний-летний гардероб. Его стоимость составит 9845 рублей. Двигаемся дальше и видим здесь уже запомнившуюся нам пряжу Ричио в ярком морковном исполнении. При этом здесь акцент, конечно, на цвете, и можно не использовать никаких других дополнений. Простая гладь лицевая с резинкой по низу изделия, ну и дополнено это только одним очень простым лаконичным карманом. Простая базовая модель, при этом легкая, такую можно носить даже в жару. 10 моточков вам понадобится на такой джемпер, и стоимость его составит 8950 рублей. А здесь посмотрите, какая интересная футболка. Связана она крючком и использована здесь опять же пряжа Альтамода Каталана. Она замечательно ложится в крючковое полотно, и можно связать простую базовую футболку с интересной деталью, с капюшоном. Смотрится очень эффектно, добавляет легкости и непринужденности вашему образу, чтобы можно было спокойно надевать такую вещь с джинсами, с кедами. Получается такой расслабленный, молодежный образ. Замечательно дополнит любой весенний, летний гардероб. На такую модель вам понадобится 10 мотков пряжи Альтамода Каталана. Конечно же, крючок увеличивает расход пряжи, но и здесь это всего лишь 500 граммов. Стоимость ее составит 8950 рублей. Завершается этот журнал, опять же, моделью из пряжи Silk Hair. Нежное мехеровое сочетание красивых женственных цветов. Можно собрать какое-нибудь свое, можно повторить то, что предлагают дизайнеры. В любом случае получится невероятно женственная и удивительная вещь. Пишите в комментариях, вдохновились ли вы новыми весенними моделями и что уже запланировали связать. Ну а если вам нужна помощь в подборе пряжи, то обращайтесь к нам в Айнитки, и мы проведем для вас бесплатную видеоконсультацию.